Radio Record presents Record Club Lady Wax. Yo, 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 yo. Yo. I can turn that O to a E. Hustling like Jay-Z, but E Smith raised me. It must be the reason why my flow's so crazy. Gully, gully, yeah. Who the hell wanna tame me? You can try to train me, but you have to retrain me. I'm a boss chick, getting done by any means. When I just receive so fresh, call me Listerine. So many dickheads on the road, so I call him Mr. Bean. You can never stop to hide. I would love it if they tried. Друзья, вы слышите первое танцевальное радио России Рекорд Студии. С вами я, Леди Векс. Играю, как всегда, до часа ночи. Ну а вы, как всегда, надеюсь, активны в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Жду ваших сообщений на номер 106. I'm a baby.
12:17 минут в ночном Санкт-Петербурге. Напоминаю вам, что вы слушаете самое лучшее танцевальное радио России Рекорд. В студии с вами я, Леди Векс, как всегда ломаю со вторника на среду в эфире Рекорд Клаб. Ну и для тех, кто хочет видеть меня живую, как я тут ломаю, а не просто слушать, есть такой ресурс Facebook, ищите меня там. И там я веду впервые прямую трансляцию для вас, уважаемые радиослушатели. Ну а если у вас нет возможности зайти в интернет, SMS-чат 163, лучший смс обязательно попадет в эфир. Новинка от Омега Скот и DJ Icy из Америки. Вот признаюсь я вам, когда выступала с десятком лучших бас и брейкс артистов в Майами в период VMC, эти парни впечатлили меня больше всех. Несмотря на то, что играли на самом маленьком танцполе. Так вот, ребята из Америки, как я уже сказала, если вы не знакомы с их творчеством, очень рекомендую. Ну а следующим треком будет моя новая работа. Выйдет она в сентябре. Ждать вам еще долго, но вот кто тут, тот всегда получает все первым. Небольшое превью поделюсь с вами коротко. Композиция под названием In Between Trust, написанная совместно с Mutant Breaks из Испании и лондонским MC Руби Дэном, пошла сводить. От вас отзывы. Put your hands up.
Друзья, как вам мой новый трек? Жду ваших комментариев. Группа Радио Рекорд ВКонтакте, а также смс-чат 106.3. А далее, брейкбит перекличка. Хочу знать, откуда вы, какие города, где танцуете под мою музыку. Вижу Ростов, Вологда, конечно, Санкт-Петербург. Кто еще с нами? Расскажите в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну или же делитесь впечатлениями, номер 106.3. Там, когда пишете мне туда, то в любом случае ваши смс будут зачитаны.
right, right. Gotta fight with the mic light. Freestyle then I'm right, right. Smoked out in the night sky. Want heat, I'm the right guy. Helium like a sci-fi, sci-fi. Some say I'm a nice guy. But never at the right time, so I gotta make a tight rhyme. Propaganda in the limelight, limelight, that on my time, my time. Give it up like a highlight, make another highlight, highlight. Yeah, I'm changing up the crime rate, crime time. Stains and I hit him like a blindside. Wrap it up now, now, let the DJ get down. Down along the boulevard, I'd love to show you all of it.
Друзья, более половины эфира уже позади, 38 минут в ночном Санкт-Петербурге. Признаюсь я вам, что что-то я сегодня не очень рассчитал количество треков. И я надеюсь, то, что дотяну и вытяну все возможное с моей флешки и доиграю до конца. Иначе придет Сандер Ван Дорн раньше времени и всем спать.
Ну а пока всем не спать. Продолжаем общаться. Группа Радио Рекорд ВКонтакте. СМС-чат 106.3. Я Лидия Вэкс. Играю для вас в эфире. Рекорд Клаб. Don't stop the party. Record Club. Break beats by BBK. Shout out to Spain.
Record Club. And
настроение под конец. 12 часов 55 минут в ночном Санкт-Петербурге. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но всегда продолжается. Следующий вторник я буду тут, и сейчас я с вами тоже не прощаюсь, потому что у меня еще есть 5 минут, в которые я не знаю, что для вас играть, потому что, как я говорила ранее, я как-то сегодня не особо подготовилась, но... Из-за этого я особенно зажигала, пока играла, потому что для меня треки были частично сюрпризами, и это необычно и приятно. Что еще хочу сказать? Хочу сказать спасибо всем, кто слушал. Я сегодня была дико занята, потому что одновременно я пыталась следить за смс-чатом, не уследила, признаюсь. Я была в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте, там был поток сообщений, который невозможно было проследить. Я по возможности прослежу по приезду домой. Я общалась тут на Ютьюбе. У меня, на Ютьюбе Facebook, Lady Vex, страничка, присоединяйтесь. Там я буду в дальнейшем вести наши трансляции. Одновременно Перископ, Facebook не работает, так что буду пока что там. Ну и, конечно же, гуглите Lady Vex and the Mix. Я в сети ladyvex.ru. Я везде. Ищите, ну а я пошла чуть-чуть сведу вам под конец клевого. Отвечаю. Record Club Lady Vex. На сайте radiorecord.ru. Уже завтра на Ютьюбе будет прямая трансляция, которая была записана и выложена постфактум. Если вам не терпится, заходите ко мне на Facebook. И там уже выложена прямая трансляция. Такая прямая, кривая, с танцующим Олегом Козловым на заднем плане. И что хочу сказать, спасибо большое всем тем, кто был настолько активен. Мне очень интересно узнать от Александра Потёркина, эфир стал решающим для меня и приземлил окончательно. Спасибо. Пожалуйста, но теперь разъясни, пожалуйста, куда приземлил, и это хорошо или плохо. Но я смотрю, люди лайкают твой коммент. Наверное, все-таки не столь плохо. Ну и еще коротко, информация по фестивалям. Я вижу, вы обсуждали фестивали летние. Они будут, их много, я буду на многих. Главное, наверное, это Sun Vibes. Вот. Ну и как всегда, ladyvex.ru, ladyvex.com, будьте со мной.
всем спасибо, всем спокойной ночи.